Невероятно, но факт, то, о чем говорили многие люди много лет подряд, наконец-то заметили в сияющем граде на холме. А именно, что картинка из Голливуда, показывающая небоскребы снова Великой Америки, разительно контрастирует с тем, что получается на выходе и в реальности. В смысле, сегодня многие крупные города штатов похожи больше на серию компьютерных игр GTA, да и то, откровенно говоря, и там почище будет. Короче, внезапно, за лозунгами «Землю крестьянам», «Фабрика», рабочим картонные коробки людям без определенного места жительства и так далее оказалось что если дороги не убирать по ним скоро и на бульдозере не проедешь если перестать платить сотрудникам правоохранительных органов и вообще всячески их обижать потом придется самостоятельно разбираться с кучей товарищей которым закон не писан если писан то не читан если читан то не так понят и вот уже все тот же Fox News, потерявший только что не половину зрителей после ухода Такера Карлсона и кучу денег сообщает. Причем мы цитируем по понятным причинам только то, что возможно. Сгоревшие здания, товарищи, которые самовольно заселяются в вашу квартиру, бардак на улицах, отсутствие хоть какого-то порядка. Города теряют не только население, но и бизнес. Предприниматели просто закрываются и уезжают. Причем, к слову, последняя ни разу не шутка. Так в одном Чикаго крупнейшая торговая сеть вообще-то мира, Walmart, свернула деятельность сразу четырех торговых центров, потому что кому-то, видать, надоело, что добрые, законопослушные американские граждане просто выносят оттуда и бесплатно все, что не прибито гвоздями, причем к потолку. И, конечно, население, кто не умеет в такие игры, тоже разбегается, ибо ни работы, ни еды, ни безопасности от подобных экспериментов американских, как их называют, прогрессистов, то точно не светит. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Сейчас жизнь стремительно меняется, и новые технологии открывают возможности, которых не было раньше. Теперь для того, чтобы работать в сфере IT, не обязательно годами изучать языки программирования и писать тонны кода. В IT можно попасть всего за 2-3 месяца и сразу начать зарабатывать от 200 тысяч рублей. Не верите? Тогда самое время узнать про необычное IT Которая со сложными языками программирования не связана. Речь идет о перспективной и востребованной профессии ноу-код-разработчика, no специалиста, который без опыта в программировании создает сайты, приложения, чат-ботов и искусственный интеллект и зарабатывает на этом от 200 тысяч рублей. То есть столько же, сколько и обычные айтишники. Недавнее исследование QuickCity показало, что 82% компаний не могут позволить себе держать в штате большое количество обычных разработчиков, поэтому они создают все условия для работы ноу-кодеров. К тому же ноу-код специалистов ищут сейчас такие крупные компании, как Сбер, МТС и Самокат. Попасть в число востребованных ноу-код разработчиков можно, записавшись на бесплатный вебинар Получите новую востребованную IT-профессию с высоким заработком. От ведущей в этой области школы Code Breakers. Переходите по ссылке в описании к ролику, регистрируйтесь на бесплатный вебинар и становитесь высокооплачиваемым и востребованным специалистом уже сейчас. Итак, грустные, конечно, новости приходят из США и особенно для лучших людей России, которые все эти годы доказывали себе и окружающим, что в Нью-Йорке в метро пускай крысы и бегают, но зато, в отличие от московской подземки Собянина, это крысы свободы. А между тем, еще пару лет назад, как раз и все того же города Большого Яблока, бежали даже друзья Ксении Анатольевны Собчак, ибо жить на Манхэттене становилось, как в современном Париже, дорого, но при этом кругом очень сильно по Пахнет это люди без постоянного места проживания, кругом чего-то от тебя хотят. Однако рекорды побил Сан-Франциско, где недавно городской совет отменил собственное решение наложить санкции, нет-нет, не на Россию, но на ближайшие и не очень штаты, собственно, Соединенных Штатов Америки. А дело было в том, что когда-то кто-то очень умный придумал обидеться на соседей, мол, у них демократии не хватает, и потому Сан-Франциско с ними дружить не будет. Цель очевидна, все испугаются и прибегут в этот город, герой демократической мысли с дарами и извинениями. Если же кто-то потеряет по этому поводу бизнес, мэрия возместит утрату, но это считалось крайне маловероятным, ведь где остальная Америка, а где Сан-Франциско? Однако что-то пошло не так, и внесенные в черный список штаты просто забили на мятежное поселение со словами «не очень-то и хотелось». А вот руководителем Сан-Франциско эксперимент встал в копеечку, пардон, в центик. И как результат тихой сапой постановление пришлось отменять. Однако, как ты теперь вернешь репутацию, что в целом всех США касается. В общем, это точно не конец истории.